Знакомство с новыми выставками начинается с бумажных историй. Их написали современные российские художники в своих скетч- и артбуках и дневниках. Большинство зарисовок переросли в большие картины. Истории сопровождаются литографиями 19 и 20 веков. Литографии, иногда связь в сюжетах. То есть, скажем, тут старинная Москва, тут современная Москва. Иногда связь какая-то уже в каких-то приемах, как ни странно. Скажем, где-то зарисовки современного художника, там какие-то сценки, да, в электричке или там где-то на пикнике, или просто на городских улицах. Далее гости попадают в современный мир британского искусства. Свои работы, керамику и живопись представили выпускники художественных вузов Туманного Альбиона. Несмотря на то, что все работы были выполнены в Британии, широкой публике на родине их не представили. Она настолько легкая, не высоколобая, не снобская, как бывает современное искусство, что здесь не нужно стараться понять, а можно просто получить удовольствие от каких-то визуальных образов, тем более, что многие из них будут знакомы, как, например, там отрезанная голова Иоанна или компьютер с открытой страницы Фейсбука. Самая необычная часть выставки – выдуманный парк развлечений. Художник из Санкт-Петербурга назвал это пространство «Механизм бессмертия». Основой экспозиции – почти 50 детских качелей и один аттракцион, который уже откатали свое. Знаменитых советских лошадок автор собирал по всей стране. Карусель, которая, очень важен звук, который нам намекает, что она уже как будто бы не может двигаться, потому что она зажата в архитектуре, но она жива. И она живет своей жизнью, и, в общем-то, она может закрутиться в какой-то момент. Огонечки, которые с гирляндами там. В общем, на самом деле, я считаю, там паук, и должно наводить ощущение страха, возможно, предвкушение того, что будет новое, и оно всегда пугающее. Очень впечатляющая выставка, огромное количество различных экспонатов, интересных стилистических решений, различных техник, форм, цветов и композиций. Все три выставки будут работать в правом крыле Нижегородского арсенала вплоть до 24 марта. Юрий Афров, Никита Вертлин, столица Нижний.